Добро пожаловать на мой канал поэзии, света и любви. Николай Гумилев был расстрелян в 1921 году в возрасте 35 лет. Это стихотворение он посвятил Анне Ахматовой. Я сам над собой надсмеялся и сам себя обманул, когда мог подумать, что в мире есть что-нибудь, кроме тебя. Лишь белое, в белой одежде, как в пеплуме древних богинь, ты держишь хрустальную сферу в прозрачных и тонких перстах. А все океаны, все горы, архангелы, люди, цветы, они в хрустале отразились прозрачных девических глаз. Как странно подумать, что в мире есть что-нибудь, кроме тебя, что сам я не только ночная бессонная песнь о тебе, но свет у тебя за плечами, такой ослепительный свет. Там длинные пламени реют, как два золоченных крыла.